К новостям науки. В центре внимания перспективные инновационные проекты, которые получили все шансы не остаться на бумаге, а реализоваться на производствах. Сегодня их рассматривал Белгородский научно-образовательный центр. В его заседании принял участие лично временно исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Гладков. НОЦ – стратегический ресурс региона, инициированный 2 года назад. Его специализация – наукоемкие технологии в агропромышленном комплексе. В этом году лучшие разработки получили весомую поддержку из областного бюджета. Региональным правительством был объявлен грантовый конкурс перспективных проектов. Получено 25 заявок, отобрано 18. Конечная цель – внедрение этих инновационных технологий на конкретных производственных площадках. Эта модель как раз показала большую эффективность со стороны бизнес-партнеров, которые поддержали проекты, вышли на конкурс, увидели научные потенциалы огромные, которые существуют. А на сегодняшний день, напоминаю, у нас порядка 40 участников нашего НОЦ от Благовещенска, Санкт-Петербурга, Москвы, конечно, Белгородской области, Подмосковья и так далее. Все они представлены на данной площадке и активно участвуют в реализации проектов. Но мы говорим о консолидации бизнеса, науки и образования. Среди наиболее перспективных проектов – организация в регионе производства L-трианина – незаменимой аминокислоты, которая нужна в производстве кормов для животных. В планах обеспечить половину российской потребности, сократив зависимость от импорта.